всего лучше. Скорее всего, точно. Но это игра отстой. Экзер. Понятно, что это Эксайл на самом деле. Просто так написанный. Экзер, 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 экзер. Ладно. Давайте дальше что-нибудь поиграем. Так. Что поиграть? Понятно, что поиграть. Да будет, будет. Сейчас еще одно. Говно, правда. Бибенменов надо пройти. Начинаю, конечно же, с самой первой никчемной игры. Ладно, давайте начнем. Попробую сегодня двух первых Шубибенменов пройти. Не уверен, что получится. Все-таки корявенькие. Значит, первая игра — это вообще какая-то шутка. Я вроде как... А, прежде чем это играть, я вынужден... Даже кое-что загуглить. В шоп. Эти это шоп, да? В шоп. Запомнили. Шубибенмена. Доброе утро. Извини, ник сложный. Не знаю, как тебя прочитать. Кайзо Чоужин Шубибенмен. Так оно пишется. Ладно. Значит, первая игра, она... Очень-очень-очень... смешная. Боже мой, какая она отстойная. Моя задача — просто ее пройти один раз и забыть. Господи, какая кривая физика. Кошмар. Так, ну тут, в принципе, как вы видели... Вот. Какой-то уровень, какой-то босс. Очень интересный, правда. Не, ну тут будет, тут будут места, где можно будет подохнуть. Да не, эта игра... Понятно, зачем мы сделали в таком виде. Да нет. 300. Ладно. Это, как знаете, такое хуёвое начало серии. Музон хотя бы есть. Это радует. Масайя всё-таки. Да, у Масайя был плохой музон.
А? Тут на самом деле можно будет сдохнуть в последнем уровне. Не то, что она прям тривиальная. Такого нет. Все ракеты, их нужно приседать под ними, когда они уже вылетели. Иначе они наводятся на голову и ударят тебя. Если раньше времени присядешь, блин. Так, а ты кто? Весь босс номер два. Блин, а оно либо Нинген пишется, либо Чоужин. По-разному пишется. Я оба названия встречал. Ладно, теперь я смогу купить себе апгрейды. Так, апгрейд. Купил что-то. Больше у меня денег нет, к сожалению. Идем сюда. Что-то будет. Ну, Амазон есть хотя бы. Скажем за это спасибо хотя бы. Ну, даже какой-то попытки сделать геймплей. Терял 2 хп, не очень хорошо это. Здесь мне кто ему даст хил. Ну, Амазон есть. Другого пока нет. Хоть это есть. Оп-оп. Что это за ракеты? Это тоже пиздец. То есть видели, меня просто понесло вперед на ровном месте. О, хил. Ай, не увидел. Извините. Ну ничего, если что, сдохнем, начнем заново. Точнее, главную цель на сегодня мы уже сделали. Так, ты что делаешь? Ага. Помнил, что ты делаешь. Видите, какие охуенные хитбоксы. Здесь я не уверен, что меня захилят, поэтому аккуратненько пока играть. Играть аккуратненько. Прикольная механика, то что я в воздухе. Я в воздухе. Как можно так сказать? Ай. Зависаешь. Ладно. Ну что, остался последний уровень. Можем, конечно, вернуться походить.
еще почему-нибудь. Зачем это надо? Зачем мне это надо? О, черта. Не восстанавливает мне здоровье, сволочи. Так вы, значит. Идете себе. Охуенно, блядь, придумано. Физика уровня. Господи, какая кривая хуйня. А можно мне хил? Конечно, нет. Ну, сейчас я сдохну. Я, кстати, не знаю, что будет, если я сдохну. До сих пор сдох. Прекрасно. Можно мне. Ну откуда я знал, что он двухударный? Откуда я знал, что он двухударный? Удивительно. Что это? Это типа все? Я могу спокойно идти дальше играть. Без проблем. Ладно. Могу, значит могу. Могу, значит играем. Прикольно, если в такой игре еще и конты бесконечные. О, я, кажется, кое-что вспомнил. Блин, почему? Так, это бессмертие. А это штыки. Не знаю, нахуй нужно. Так не вовремя закончилось. Конечно. Это поварапы вроде как есть. При этом толку от них могло быть гораздо больше. Посмотрим. Ага, вот еще какая-то хуйня понятная. Ладно. Это поврапы какие-то. Это ракеты прям въебало. Всё, босс. Так. Знаем. Как же ты себя ведешь?
Потом сюда. Бежим, бежим, бежим. Блять, ну и хитбоксы у тебя хуёвые. Ну чуть получше хитбоксы, что нельзя было сделать, что ли? Кошмар. Ладно, еще несколько пыток, и я думаю, пройду. Что там, апгрейд, да? Так куда я пошел? Зачем? Зачем я сюда пошел? Блин, ну я меня бесит это хуевое управление везде. Ну почему нельзя по-человечески все сделать? Почему я должен тратить, блядь, 100 минут, блядь, просто потому что, блядь? Я не хочу идти на этот уровень. Мне он не интересен вообще. Ладно. Сейчас босса пройду, там просто нужно было понять, как его убить. Аккуратно. Да нет, Дима, бывает, что из-за моих рук, но не в данном случае. В данном случае у нас самые восхитительные хитбоксы в истории платформеров. Какая же физика. Ну что тут за босс будет? Господи, ну блять, ну, я не хотел сюда идти. Я не хотел сюда идти, блять. И что в итоге? Отвратительно, меня это просто выбешивает меня нахуй, блядь. Я просто не могу понять, почему нельзя нормально сделать, чтоб ты не мог пойти не туда. Ссаный кусок говна. Просто ссаный кусок говна. Чё, блядь, хотите от игры, в которой даже уровень нормально выбрать нельзя? Самая лучшая игра этой серии на SNES. Первые две кривые. Ещё надо третью будет посмотреть. Ну, все по порядку. Че это? Да никто их не тестирует, Дима, блядь. Вот в этом проблема этих игр. Ладно, еще дойдем до вас, босса. Аккуратненько. Вас, босс, надо аккуратненько. Шубибенмен, блин. Да хоть музло годное.
Конечно, конечно, блядь. Так. Так. Хочешь сыграть быстрее? Нет, идешь нахуй. Всегда. Общее правило всех таких игр. Игрок всегда идет нахуй. Когда он пытается сделать мнение об игре лучше, чем оно есть. Почему мне хп восстановили, я не понимаю. Точно внимательно был. В какой момент мне восстановили хп, я вот не понимаю. Я там очков сколько-то набрал, что ли, или... По какой причине мне восстановили хп? Понятно. Еще раз. А знаете, почему там такая хуйня с выбором уровня? Потому что жмешь, сука, вправо, а он выбирается влево. Это пиздец как нелогично. Ладно, этот Шуби Бенмен, это так. Следующий Шуби Бенмен. Это уже вообще не так. Он хороший. Последний уровень не очень хороший. Ладно, хотя в мозг он годный. Можно под него чилить. Вот что мешало на SNES'е сделать подобный звуковой чип? Вот это место, блядь, для чего оно таким... Для чего вот это место таким сделано? Для чего? Чтобы отнять у тебя хп? Спасибо, блядь. И PC Engine-то на самом деле тоже продвигается к своему концу. Что там остались? Шуби Бенмен, еще два Exile, еще одна игра. Ну просто этот чип, он ближе к SNES, чем к NES и Sega. А звучит он ближе к Сеге и Несу, чем к Снесу. Звучит он хорошо. В Снесе можно было сделать такой чип. Но я не сделали. Зачем? Ладно. Пошли еще раз на последний уровень. На SNES'е вот Кайза Чоужен Шуби Бенмен Зеро. Прикольный. Ой. Демапчик. Будешный. Шунистый. Так, одна ракета. Вторая ракета сзади. Спокойно прыгаем.
Ну, эту ракету, конечно, невозможно. Да ну, блин. Ой, все кривое здесь. Просто кошмар. Да жить бы тут куда-нибудь. Да куда-нибудь. Да, бьют меня больно. Получше. О. Что-то до чего мы можем дожить. Ну иди сюда. А? Что хуйня? А блин, ну вот эта ракета. Давай выпускай свою. И ахилочку дадите. Спасибо. Ты ахилочку дашь? Так. Оп, так вот. Дальше отходить надо. А? Теперь под босса. А? Босса. Говёные хитбоксы. Всё? Всё? Несовский на двух игроков, да. Ну вот, всё. Как бы. Такая игра. Да. Не, ну ладно, что-то там все-таки надо делать в ней. Ну это, конечно, такое. 6 из 10. Не больше. Короче, я пойду перекушу, вернусь и вторую часть попробуем пройти сразу. Концовку посмотрю. Вторая часть уже гораздо содержательнее.
Но все равно кривая. Все равно кривая, как сука. Ну, а первая вот такая. Ну, чисто как начало серии можно записать. Как-то, конечно, это фигня. Ну, типа там можно другие уровни проходить. О, блин. Я просто концовку не смотрел, хочу посмотреть что-то. Если что-нибудь. Да? Ну, короче, все. Сейчас поем, будет вторая часть. Ну, это так себе. Очень-очень так себе. Была бы она одна, она бы, конечно. Да бы не котировалось. Никогда ни за что. Ладно, все, перерыв минут 10. Никуда не уходите.
Вторая будет подлиннее. Да. Вторая, еще не уверен, что она пройдет сегодня. Завтра же еще рабочий день, да? Да, завтра рабочий день. Вот. Завтра... Нормально меня слышно вообще? Так, вторая часть, она еще называется Шокмен. Она локализована была, в отличие от первой. Вы понимаете, почему? Мы будем играть в православную японочку. Чего уже? Шубибинмен. Шокмен. Ну, загружайся. Это вы сейчас увидите, какая-то наглая калька с Мегамина. Прям такая вот калька-калька. Все идет, я надеюсь. Итак, все идет, если все идет, тогда поехали. Даже анимаха похожа на мегаменовскую. Это типа интера. Тролливали! Тролли... Ажа! Фаша! Бааа! Так, тут... Так, физика другая. Надо привыкнуть к ней. Вот. Ну вот, в общем. Вот, в общем, вторая часть. Есть у нас тут. Но, к сожалению, она все еще корявенькая. Конечно же, хил улетел. Чаршак Мегамэне. Зон снова годный. Можно мне хил? Почему он улетает? О, спасибо. А еще кстати, может вверх прыгать. Ой. Давай, огонь. Ты подлая хуйня. Ты подлая хуйня. Ты подлая хуйня. Один. Сейчас будет два, да? Один. Нет. Ну, блять, ну. Ну я не понимаю, ну почему все так подло? Господи, игра не успела начаться, уже какая-то хуйня. Блять, ну работай, прыжок! Господи, ну почему ты не работаешь? Боже мой, он просто не работает, когда ты падаешь.
Он не работает вообще! Он вообще не работает! Пиздец, кто-нибудь пытался в это играть, здесь тебя кто-то делал. Спасибо. Удивительно, что я не сдох, пока падал в яму. Очень удивительно. Ну ладно, не сдох и не сдох. Нет, чё. Доктор, который напоминает доктора Вилли. О! Вот что тут еще есть. Ну, в общем, как видите, на месте разрабы не стояли. Это главное. Это, несмотря на то, что они все еще сделали корявую игру, хотя бы она уже гораздо солиднее смотрится, чем то, что было до этого. Ай. А? Дан-д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 ан. Ай. Ну тут, в общем, да, тут есть платформенные уровни, есть скроллерные. Скроллер. Убогое слово. Скроллер. Кстати, это под немного неприятное место. Скроллер. Скроллер. Но при этом интересное. Скроллер. Storm River. Скроллер. Так. Вот. Как, блять, понять, что тебя заденут или не заденут? Понятно, как это в принципе уклоняться. Только так. Скролл Ривер. Скроллер. Скроллер. Ладно. Этот уровень пройден. Следующий. А это типа тоже экран скроллится, как бы. Что? Пять. Это ты. Склонился-то, а? В принципе, игра тоже недолгая, просто там будет некое сложное говно. Конечно, конечно, все меня будет дамажить, конечно. А. Живут тут, можно стоять. Забыл.
Скарл Ривер. Скарл Ривер. Скроллер. Автоскроллер. Скроллящийся экран. Скроллящийся экран. Кто тут босс? Чё, короче, почему-то по-разному чаржится. Всегда можно нормально понять, когда... Ну, на автомате, короче, сложновато стрелять. Знаете, в нормальных играх ты знаешь ровно, сколько у тебя кадров там чаржится, а тут он как-то, блин, то дольше, то меньше. Понятно. Да ну, блять, вас нахуй. А можно мне хпшечку? Унылый уровень, не хочу тут на боссе сдохнуть. Сдохнуть. Вот, пожалуйста, блядь. Просто не повезло с рандомом. Просто не повезло. Просто не повезло с рандомом. Вот такой охуенный босс. Ничего тут не сделаешь. И ты куда отправляешься? На начало уровня, правильно. Вот. Весь этот унылый уровень ты будешь проходить сначала теперь. Весь этот обоссанный унылый уровень. Просто из-за того, что не повезло с рандомом на боссе. Вот. Прекрасная игра. Очень качественная. Я стрелял, а пока она летит, я не могу больше ничем стрелять. Это очень тупо. Тупо криво, косо. Но это вообще не видно было, даже что оно полетит. Кроллер. Самый дебильный босс тут будет. Ну это какие хитбоксы хуёвые-то, а, блядь? Ну сколько можно делать хуёвые хитбоксы в играх? На одну игру с нормальными хитбоксами приходится десяток хуёвых. Отлично, просто, блядь, отлично, нахуй. Просто, блядь, отлично. Шикарно, блядь. Наизусть надо знать, что ли, как вы тут летаете. Видимо, да, видимо, надо наизусть знать. Третий давай, нет, третий не полетит. Да, еще на TurboGrafx этот приквел. Опять забыл, как его звать. Как его звать, блядь? Приквел кого? Боже мой, Storm River, напоминай мне, как эти две игры. Одна про мехов на Сеге ТРПГ, а вторая приквел. Сёрт, по-моему, приквел. Что-то там... Что-то там ксёрт.
Господи, как игра называется, блядь, на Сеге? Блять, как игра называется? Это ёбаный в рот. Про роботов. Я не понимаю, что с моей памятью? Ладно, похуй, как она называется. Да нет. ТРПГ, блин, ТРПГ. ТРПГ, какой Бладгир? На Сеге, которая от Масаи тоже. Типа меня поймали. Я сбегаю вот таким образом. Виксон, блядь, 357. Пиздец, блядь. Забыл название игры. Ладно, идем дальше. Все, да. Нормальная игра. Ну, я не знаю, там надо будет глянуть, конечно. Насколько они от лангрисера отличаются. Ну, раз Цельсий переводил, то глянем. Чё бы не глянуть. О, это бесполезная хуйня, которая только мешает. За которой приходится чардж сбрасывать. Блин, хп дал. А ты, кстати, сам играл? Ты, по идее, мог в это играть. Так, ну и чё это? Типичное говно. Эльфлит? Чё-то я сомневаюсь, что он её проходил. Нифига он её не проходил. Он бы мне сказал, если бы он её проходил. Только поддакивал на твой троллинг на стриме. Меня смущает, что было сказано, что в Виксоне есть бесстыдник. Блин, вот это количество хп очень маленькое. Мне его не хватит. Если меня вот так будут бомбочками закидывать, к тому же. Так, что мне с тобой делать? Да ёб твою мать, ну чем ты меня задел, чем? Ну блять, ну чем ты меня задел? Чем ты меня задел? Доели эти кривых, ебучих хитбоксы, всего. Да, 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 блядь, поймали вы меня, молодцы. Он говорил это не про Эльфлит, а про Гайо Флейм.
О, сохраняется эта хуйня, отлично. Он Гая Флейм. Слышишь, да? Блять, ну нахуя я сдох, чтобы опять сдохнуть? Тупорылая игра. Не про Эльфлит. Не, короче, это 100% было сказано про... Не про Эльфлит, а про Гайо. Блять, ну почему? Откуда мне знать, что он меня заденет? Это вообще не очевидно. Кал. Ай, один кал. Один сплошной кал остался. Что-то нормальное было. О, можно фармить, значит. Прекрасно. Бесполезную бомбу. Спасибо, игра, спасибо. Ты так вовремя это все говно кидаешь меня. Блин, блин. Ох, шути. Гая флеймы. РПГ. Эльфлит же, он же вообще на японском компе вышел сначала. А вот про Гая Флейм не помню. Эльфлит я пробовал играть. Что-то неиграбельно. А вот это типа второй Шокман. Опять же, как в... То есть я прыгнул взять полный хил. Для чего? Чтобы потерять еще больше хп. Прекрасно. Восхитительно. Потрясающая игра. Тара-тара-та-та. Все, иди нахуй, босс. То есть игра пытается быть интереснее, но просто все равно отстойные. Правда, потом будет, конечно, у нас один отличившийся педик. Ошибка, ошибка. Кстати, эти уровни тоже не особо прямые, потому что... Ну, по причине того, что хитбоксы полная срань. Причине этого, блин. Причине того, что чарж. То одно время, то другое чаржится. Ну, это хуйня.
Хуйня хуйней, но я сейчас умру почему-то. Что я идиот, видимо. Кстати, в американке, по-моему, это полегче место сделано. Вот, вот что я заделал? Вот кто-нибудь видел, что я заделал? Я не видел. Я не видел, чтобы я там что-то задел. А я задел. Все, отправили этого идиота. Блин, вот тут с ним будет вторая битва очень сложная. Я бы сказал, омерзительная. Ну, посмотрим, надеюсь, хоть третья часть будет ровной. Все-таки она уже на PCSD вышла. Это будет забавно, если в этой серии самая нормальная игра на SNES. Забавно и тупо. Охуенный враг. Да ёб вашу мать, серьезно! Серьезно, блядь. Чё? Так ещё может это? Бесячее место. Ну блин, ну чаржься, пожалуйста, одинаковое время, пожалуйста. Доел. Сейчас дольше, сейчас дольше. Ну сейчас дольше зачаржился. Из-за этого вот все проблемы из-за того, что идиоты не смогли сделать одно и то же время чарджа. Блять, ну раздражает эта игра. Раздражает она. Не радует она ничем. Так, ну вот как тебя убивать, чувак? Серьезно? Серьезно? Вот так тебя убивать? А можно я возьму спасибо? Немножко интересная секция. Самый молод. А, ну конечно. Да, блять. Ну какая хуёвая физика. Пожалуйста, куда надо, повернись, спасибо. Ну конечно, конечно, ты заденешь. Короче, вот такая игра. Твое место. Немножко интересная, но немножко немножко. Что тут у нас за босс? Ничего.
Девочка типа нормальная, все понимает. Но ее почему-то убьют, да? Но ее убьют. Один тупейший босс. Не представляющийся ничего интересного. Все, пошел нафиг. Шокман, спаси моего братца, а то ему там промыли мозги, он тупой, ничего не понимает. О, я проебал один поврап. Да, не особо он-то не нужен был. Могли бы на селект его сделать хотя бы. Блин, какой длинный уровень. Кошмар. Прекрасно. Мне просто интересно. Конечно же нет. Кто бы сомневался. Кинуть поварап так, чтобы можно было взять? Зачем? Зачем так делать? Ну, в общем, все ведь сами. Как-то игра охуенно. Дать поварапы. Ладно, хоть я это нормально выкинула. Ты кто? Ну, тоже босс. Не особо что-то делает. Но тем не менее почти убил меня. Интересно. Ладно, я спас доктора. Ох, это было непросто. Так, доктор мне что-то там сделал, я улетел в ебеня. Классный музон. Эй. Блин, в американке попроще это место. Как будто бы... Чали. Та-та-ру-да-та-ру. А, да, тут будет сложный кусок. Это не он.
Та-та-ра-ра-та-да. Ну блин, ну как они криво летят все-таки? Кошмар. Вроде тупые враги. Блин, вот это отстойное место. Вот это отстойное место. Очень отстойное. Давайте своего идиота. Приятное место. Очень неприятное место. Очень неприятное. Прям... Понятно, как проходить. Ну куда? Куда мне деваться? Откуда я знаю, куда оно полетит, блядь? Откуда я знаю? Говно ты ебаное, не игра! Да, блядь, в американке такого говна нет в начале, вообще нету. Та-та-ра-ра. Блин, ну. Надо на них полные три чарджа. Конечно. Конечно, задену, блядь. Кто б сомневался, блядь, что задену? Конечно, блядь, задену, кто б сомневался. Конечно, блядь, и это задену, сука, ну... Вот чуть-чуть, блядь, отклоняешь от маршрута, все, все, все задеваешь. Казалось бы, блядь, что можно тут обосрать? Можно, можно. Та-та-ра-ра-туда. Та-та-ру-ра-ту-да. Та-ру-ра-ту-ду. Ну, кусок уровня, конечно, прикольный, но, блин, он такой приятный.
Ладно, вроде можно проходить его. Пиздец, блять. Считался, блять. Блин, ну не видно. Нет. Нет, ну умри ты, блядь. Молодец, умер. Короче, остался последний уровень на самом деле. Он неприятный. Неприятно, и тут будет этот негатив шок. Он, но если он также зациклится на приседе, то хуй с ним, просто он сложный. Музон, заебись. Почему ты не сдох? Тут надо делать вот так. Странно. Странно, почему-то чувак не сдох. Так, тут у нас что? Тут у нас. Шмар. Тут платформинг странный. Странный платформинг. Да ладно, странный, странный. Конечно. Так. Почему? Почему? Почему меня задамажил опять? Так, первый босс. Почему? Что? Что случилось? Почему меня задамажило? Место американки поправили. Вот оно что. Интересно. Американка это проще, значит. У нас. Ну. Ну вот нет, вот нет такого американки. Американки они тебя не бьют ничем. Ни одной своей частью не бьют. Пиздец, блять. Ну все, это слив. Такого количества жизни мне, конечно, не хватит. Вот это вот они любят. Я не хотел этого делать. Блин, ну... Почему у меня хп отнялось опять? Я не понимаю, почему у меня столько хп осталось? Я ни обо что не бился. Но хп уменьшилось. Почему? Хуй его знает. Непонятно. Ладно, все равно. Но если мне сейчас не восстановят все хп, то пройти это дальше невозможно. Ну вот, он никогда так не стрелял за последние 5 циклов, а сейчас он, блядь, стрельнул. Спасибо, блядь. Спасибо, чмо ебучее.
Санья кусок. Давай, блядь, работай. Ну, короче, это говно. Это говно, а не уровень. Еще, блин, с этими усложненными платформами. Просто не пойми, за что отнимаемыми жизнями. Раз. Два. Похуй. Надо типа со рук прыгать, когда они вперед крутятся. Иначе не долетишь. То есть просто бесполезно. Ну, конечно. Не знаешь, умираешь. Ох, охуенно, блин. Охуенно. Охуенно, блядь. Хуйня, от которой увернуться невозможно никак. Пиздец. Отнимает у тебя просто бесконечность хп. Топ. Охуенно, блядь. Вот это вообще супер было сейчас. Вот это сейчас было вообще прям секси. Видели, как я сейчас потерял жизни? Вот это было круто. Сейчас тоже было круто. Отвратительная игра. Очередная хуёвая игра. Ничего нового. А, ну, блядь, ну что, вы серьезно? Вы серьезно? Очередная тупая дорочильная маршрута получается. Вместо игры. Как же все это надоело. Блять, прыгнул к боссу, умер. Охуенно! Охуенно! Была нормальная игра, нет, надо было сделать какое-то говно. Где? Да давай. Ну что, серьезно? 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 Ладно. Терпимо. Сейчас будет уебок. Которым я не знаю, как драться, но возможно он опять зациклится на. Нет, невозможно с ним драться, невозможно. Короче, все, это хуйня. С этим боссом драться невозможно. Боссом драться невозможно.
С этим боссом драться невозможно. Этого босса никто не проверял. Этим боссом никак невозможно драться. Надо у Гриши будет спрашивать так. Ну все, я не парюсь игру, потому что это не. Это просто надо подобрать тактику, играя с сейф-стейтами. Потому что иначе ее подобрать невозможно. Босс носится по всему экрану, кидает атаками, от которых вернуться невозможно. Может, улетишь нахуй отсюда? Спасибо, блядь. Спасибо, блядь! Спасибо, это такое классное нахуй было. Интересно, меня хоть эти не будут дамажить? Не будут. Ну почему они в самом низу? Почему две хуйни, которые надо дамажить, в самом низу, блядь, болтаются? Какой смысл в этом? Ну, короче, этот второй шок, второй этот двойник, он очень поломанный. Он никто его не проверял. Он срёт двумя атаками, бегает по всему экрану, как его валить хуй знает. Я надеялся, что вдруг он зациклится хотя бы на так же, как первый, но нет, первый... Я вот глянул на ютубе, но на ютубе даже прох-то особо нет, честно говоря. Читерский лонгплей, как вы понимаете. Тактику не выдает. Господи, ну как это возможно? То, что сейчас произошло. Не помню, что там после этого второго шокмана, но вроде там проще все. Что сейчас будет? А, вот так он валится, понятно.
Вот тактика, блядь. Единственное. Поймать его на эту хуйню. Так, ну ладно, ласт босс тоже неприятный. Хуйня когда-нибудь умрет? Это просто интересно. Как вы думаете, эта хуйня когда-нибудь умрет? И то есть я никак не мог пройти это место без дамага? Охуенно. А, я понял. Так, надо ходить. Я проебал хп. Да блять, ну вот все из-за тупорылого чаржа, все из-за тупорылого чаржа, блять. Нормально его нельзя было сделать, блять. Гандоны конченые, саны. Извините. Вот не смогли, блять. Вот почему-то разрыв Мегамена смогли сделать, чтобы чарж чаржился одинаковое время. А эти кривые идиоты нихуя не смогли сделать. Я не хотел это жать, я не хотел это жать. Но игра говно. Поэтому ты жмешь это. Ты теряешь один способ пройти врага. В общем, вот такая дерьмовая игра. Создан для того, чтобы ебать мозг. Больше ни для чего. Как надоел этот чардж. Разночарживый, блин. Просто надоел он. Нахуй я сел вот играть сегодня. Портит себе настроение под вечер. Теперь надо из кого-то выбить вонючий пауэрап. Поймать на него напарника. Где этот пауэрап вылетал вообще? Кто не помнит? Здесь, по-моему, да? Нет. Повернись ты, блядь, хотя бы.
Кончай, ебаная, тупая. Ладно, игра хотя бы дает возможность. Ну это, короче, рандом. Это не рандом, это маршрут. Ну, в общем, ты если его не поймал на... Ты если его не поймал на этот супер айтем, ты ничего не можешь с ним сделать, его невозможно пройти. Блять, ну этот кал, и ты должен просто переигрывать этот кал до бесконечности. Пока тебе не повезет. Причем, если бы этот дерьмовый чардж, блядь, хотя бы, блядь, один из трех раз нормально бы сработал, я бы сейчас уже, блядь, может быть, бы игру прошел и пошел бы спать. Но нет, блядь. Этот каловый кусок говна нихуя не сработал ни разу нормально. Ну блин, ну попади ты. Я хочу пойти спать. Я не хочу в это играть. Я не хочу эти игры все проходить обоссанные. Я не хочу дрочить пиксель, блядь. Которым этого уёбка убьет, блядь, этим супероружием. Я не хочу этого делать, я хочу в нормальные игры играть. Не вот в это говнище. Блять, ну вот побежал вперед, все. Идешь нахуй. Просто поторопился, идешь нахуй. Поторопился, потому что хочешь побыстрее закончить играть в эту хуйню. Давайте эти еще будут по-разному чаржиться. Да, это ж так весело. Так весело, блять. Ух, как это весело. Мне нихуя что-то не весело в это говно играть. Чувствую, что играю в говно. Давай в самый низ, чтобы я подождал еще, потерял время, блять. Ну нет, ну блять, ну... Ну поднимись ты повыше, спасибо. Все, надо делать стримы по одной игре. Запустил, прошел, выключил, пошел отдыхать. А не вот это вот все. Конечно, конечно, блять, разумеется.
А сейчас я вместо того, чтобы спать, занимаюсь хуйней. Понимаешь? Охуенный, блядь, кусок говна по жирности. Как я, интересно, попал так первый раз? Надо будет свой собственный стрим пересмотреть. Привет, инсайт. Ну, я сейчас выключу тут этот кал, потому что, ну, блин, ну, там сложно. Надо знать этот маршрут ебаный. Ну вот все, блядь, вот здесь я не знаю маршрут, меня пиздят. Одно хп, блин. Маршрутное говно. Маршрутное говно. Я не хотел это сегодня играть, я просто запустил. Я не видел игру дальше этого пидоровского двойника. Вот сейчас мы выяснили, что его все-таки можно пройти. Я не хочу в это играть. Игра, я не хочу в тебя играть. Ты кусок ебаного кала, блядь. Не хочу в тебя играть, говно ты ебаное. Не хочу я в тебя играть. То есть, блядь, весь уровень нормальный, но вот, блядь, последний участок после самого сложного ёбка, который еще и рандомный. Вот этот участок, сука, нужно знать наизусть, как проходить. Ну хорошо. Хорошо. Обычно выстрелы вообще нахуй не нужны. Это говномен. Больше всего бесит этот двойник блядский. Вот не было бы этого блядского двойника, убийство которого не зависит ни от чего, особенно от тебя. Ну куда ты улетел? Надоел поломанный чарж, нерабочий.
Надоел этот нерабочий поломанный чардж. Вы не представляете. Так сложно было сделать одинаковое время, блядь, для чарджа. Нет, сделали его зависимо от какой-то хуйни. И все, в игру неприятно играть. Потому что основная механика, которая тебе приходит всю игру пользоваться, не работает нормально. Идем. Господи, ну можно перестать так делать, пожалуйста. Конечно, нельзя. Конечно, нельзя. Давай лети назад, я знаю, что ты прилетишь. Так, хорошо. Как же я первый раз так его хорошо подсадил на выстрел. Выстрел. Раз. Ну у него ноль было, ноль! Если бы этот каловый кусок говна. Как же я его первый раз так поймал? Заткнись ты, блядь, уёбище. Здесь понятно. Нет, уйди, пожалуйста. Так, ты как летаешь? Интересно. А, ясно. 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 Очередное говно вида, запомните меня. Я не знаю, какие тут хитбоксы, поэтому я сейчас получаю пизды. Хитбоксы говно, потому что. Блин, ну так тупо, столько слил хп. Ладно. Босс неприятный. Я хотя бы продвинулся. Ну все, все, я играть хочу, уберите этот диалог. Он ни зачем не нужен. Отлично, блядь. Блин, босс-то нифига не просто непростой. Ну, он был бы простой, но все кривое! Ну все кривое! Все кривое, блядь, пиздец, насколько?
Я думал, то есть там нормальные платформы. Они нет, они кривые. Ты не можешь прыгнуть их нормально даже. Какая хуёвая игра. Какая же гнилая хуйня, блядь. Какая гнилая контора там Масая. Нихуя свое говно не тестили никогда. Охуенно, блядь. Охуенно, давай все жизни мне отними. А чё все жизни-то не отнял? Пиздец, блядь, нахуй. Простейший босс. Хуёвый, просто из-за того, что физика говно, блядь. Из-за того, что не можешь нормально прыгнуть с этого говна, который трясется, колеблется, блядь. Ну какого хуя, блядь, это говно вообще сюда полетело? Блин, ну чарж, это одинаковое время. Блять, придется это говно в другой день заново начинать. Нет, ну за что? Давай, лети обратно. Бежал, блядь, с первого раза, так что этот сдох с одного, блядь, удара. Охуенно, блядь. Тупой рандом. Тупейший рандом абсолютно. Это вообще невозможно уклониться. Очень невозможно просто. Какая же тупая хуйня!
Какая же тупая хуйня! Сука, какая же тупейшая хуйня, блядь! Конечно, чарж надо сбросить, обязательно. Хуйня, блядь. Ну конечно, ты никогда не знаешь, куда это говно улетит. Все, проебано, можно, блядь, ресет жать. Ну где я, чардж? Ну где я, бля, чардж? Ну где я, чардж? То есть уровень до двойника это просто ничто. Ты доходишь оттуда, дальше рандом. В котором хуй знает, что нужно сделать, чтобы тебе повезло. Давай, лети, блядь, сюда. Как я в первый раз? Допустим, я получаю от него пизды вот там всегда. Допустим, вот здесь я делаю так. Здесь я делаю так. И стою. О, и стою, да, замечательно. Вот так и сделаем. Да вы заткнитесь вы, пожалуйста, вы надоели мне. Вы никчемные обоссанные персонажи. Ладно, дубль 2. Блин, ну это тут просто кривые платформы.
Нажмешь прыжок, а нихуя. Ну и босс, конечно, тоже бесконечный. Там так сначала надо будет сделать, потом сяк. Ну, по факту тоже обычный маршрутный босс. Ничего более. Сколько там времени? 0.37. Вась. Охуенный выстрел, блин. Блять, ну я не падал сейчас с платформы, я не падал с платформы. Ты куда ты, блядь, идешь? Терминатор. Что это такое, блять? Понятно. Короче, мы собираем силу этих убитых джеты, хуеты. Всех, короче, двух убитых и убиваем вас босса. Все, игра пройдена. Привет, Терминатор. Привет, Эмеральд. Ух. Он хорош. Вот такая игра вторая. Прогресс, конечно, виден, но
Игра по-прежнему кривая. Знаю, что ей поставить. Ну, в принципе, ниже 7 не заслуживает. Можно накинуть балл за то, что таких игр, в принципе, не очень много на TurboGrafx-е. Хотя, за что тут накидывать? 7. 7. Просто нормальных боссов-то нет. Ну, полтора нормальных скроллерных босса. Ладно, пусть будет 8, хуй с ней, конты бесконечные. Хуёвый только по один уровень. Пусть будет 8, хуй с ней. И остается, значит, нам последняя третья часть. Сиди диска. Вот. Вот, такая игра. Не такая плохая, как могла бы быть. Не такая хорошая, как могла бы быть. Смотрим на третью часть. Надеюсь, хоть она будет нормальной. Ладно, ребятки, прошли мы сегодня три игры. Первый Шуби Бенмен, конечно. Только за то, что он вылился в серию. Добавляю это в список. Так-то, конечно, это бесполезный кусок говна. Амазон послушать можно, да. Кайза Чожин. Восьмерка пусть будет. Почему тут еще восьмерку ставил? Atomic Robo Kid. Splash Lake. Ну, в принципе, да, в принципе. Splash Lake похоже. Ninja Spirit. В принципе, да. Sonson 2. Ладно, все, спасибо, что смотрели.